Добрый день, дорогие друзья! Мы рады вас приветствовать на концерте лауреатов международного конкурса «Музыка звезд». Этот чудесный зал принимает много концертов Московского музыкального общества. И вот на этой благодатной сцене Большого зала Библиотеки иностранной литературы сегодня выступят все участники конкурса, который организовывает международное движение «Грани культуры», художественный руководитель Галина Киселева. Дорогие друзья, сегодняшний наш концерт лауреатов конкурса «Музыка звезд», а у нас еще есть всероссийский конкурс «Добрые звуки земли», и вот второй год идет международный конкурс «Gloria Factum», будут сегодня представлены лауреаты, самые лучшие исполнители, получившие высшие награды трех этих наших конкурсов. И называется наш концерт «Музыкальные краски мая». Мы проводили в этом году осенний был концерт, один у нас был зимний, и вот, наконец, весенний. Самый яркий праздник мая – это День Победы. Мы все сегодня с вами здесь присутствующие, счастливые люди, мы все дети Победы. И поскольку у нас концерт сегодня проходит в Библиотеке иностранной литературы, позвольте начать наш концерт небольшим стихотворением, посвященным Дню Победы. Мы не позволим перекраивать судьбу, судьбу страны, геройских наших дедов. Кто дал им право переписывать войну и умалять значение победы? Мы не позволим правду забывать, глумиться всласть над памятью погибших солдат, детей всех, не успевших доиграть, недоучить, недолюбить, навеки не успевших. Мы не позволим совесть отменить, порочить честь сынов, отцов и дедов, борцов за мир. Пусть слава их гремит великими салютами победы. Нам всем дороги мелодии тех лет, мелодии военных песен, «Священная война», «Огонек», «Темная ночь». И вот сегодня первые наши исполнители исполнят композицию на тему Константина Листова «В землянке». Мы приглашаем на сцену Светлану Вторцеву и Инну Федоненко. Встречаем! Thank you.
наш исполнитель приехал из города Саранска. Город высокой культуры, славная история. С ним связано имя Ушакова, скульптора Ирти, и там сохраняются все национальные музыкальные традиции. Михаил Акименко, лауреат первой степени конкурса «Музыка звезд», исполняет Йосиф Гайден сонаты соль-мажор для фортепиано. Наших конкурсов и 9 апреля стала лауреатом первой степени нашего конкурса «Музыка звезд» в Центральном доме работников искусств. Флейта звучит всегда вдохновенно и возвышенно, создает хорошее настроение. И так и называется ее произведение «Хорошее настроение». Автор Юрий Должиков.
Совершенно две славные девочки. Фортепианный дуэт Станислава Никитина и Вероника Зуйкова представляют город Рязань. Ну, поэтическое сердце России, Есенин. Исполнят они испанский танец Юрия Щуровского. Слов.
продолжает совершенно уникальный коллектив трех аккордеонистов. Уникален он тем, что каждый из ребят – солисты. Да, и каждый становился лауреатом первой степени наших конкурсов. А 9 апреля трио стало обладателем гран-при на конкурсе «Музыка звезд», проходящей в Цедри. В обработке Шилаева прозвучит фантазия на тему двух русских песен «Что ты жадно глядишь на дорогу» и «У ворот ворот». На сцене Сергей Соболев, Михаил Хохлов, Антон Степанов. Thank you.
исполнении трио аккордеонистов прозвучит Лядов «Музыкальная табакерка». Наш исполнитель сегодня утром к нам приехал из города Саратов. Саратов является центром музыкальной культуры. 8 театров, в том числе театр оперы и балета, театр оперетты, Государственная консерватория имени Леонида Витальевича Собинова, колледж искусств и многие другие учреждения культуры. Роман продолжает славные фортепианные традиции. Он для нас исполнит произведение Ференца Листа «Утешение». Thank you.
педагогический государственный университет представила на конкурсе 9 апреля в Цедре и стала обладательницей гран-при талантливейшей исполнительницы на скрипке Баранова Анастасия. Сегодня в ее исполнении мы услышим Вольфганга Амадея Моцарта, Ронда, соль-мажор. Анастасия Баранова, партия фортепиано, Татьяна Родионова.
И снова зазвучит рояль. Максимилиан Королев, город Москва. Неоднократный победитель наших конкурсов. Для нас он исполнит произведение Франца Шуберта. Экспромт номер 2. Ми бемоль мажор. Thank you.
приглашаем на сцену ансамбль скрипачей Московского педагогического государственного университета. Я хочу сказать доброе слово педагогу, профессору, который занимается с этими девочками, очень увлеченная, и вот она собрала ансамбль, причем этот ансамбль существует давно, но пандемия, она внесла там свои коррективы, потому что это ансамбль учебный, и, естественно, там все время меняются исполнители. Вот. Но большое спасибо Татьяне Александровне за ее вообще такое отношение к делу. Итак, в составе ансамбля Алиса Сорокина, Арзу Малыева, Мария Артамонова, Валерия Мельникова, Наталья Дорохина, Юлия Васильева, Анастасия Баранова, партия фортепиано Александра Сорокаты. Исполняют Дмитрий Шостакович, вальс номер 2, Арно Багджанян, танец. Thank you.
прекрасно владеет вокальным искусством Татьяна Уварова, город Москва. Она также победитель нашего конкурса «Музыка звезд» 9 апреля в Центральном доме работников искусств с произведением «Арии Джульетты» из оперы «Ромео и Джульетта» Шарля Гуно. Его она для нас сейчас и исполнит. Встречаем. Oh!
дорогие друзья, на этой светлой майской ноте наш концерт подошел к концу. Программу концерта для вас представили художественный руководитель конкурсов, композитор, хормейстер, почетный работник образования Российской Федерации, член Российского музыкального союза, координатор Всероссийского телевизионного конкурса «Синяя птица», лауреат международных конкурсов и автор вступительного стихотворения «Мы не позволим память отменить» Галина Киселева. И почетный деятель искусств города Москвы, член Международного союза музыкальных деятелей, заслуженный деятель Московского музыкального общества, художественный руководитель и участник струнного ансамбля «Классик-квартет» Чернова Лариса. Спасибо вам большое. Приходите на наши концерты и на наши конкурсы. До свидания.